Новый экспонат месяца представлен в Темиртауском историко-краеведческом музее. В специальном экспозиционном шкафу темиртауцы могут увидеть старинный экземпляр священной мусульманской книги «Коран». Эту книгу подарил музею наиб имам мечети Абдуали Асанов более 20 лет назад. Экземпляр «Корана», датирующийся началом прошлого века, был реликвией семьи и передавался от отца к сыну. К Корану у людей особое отношение. Его нельзя ставить ниже колена. И священным Коран считается только на арабском языке. Его издают на разных языках, на казахском, на русском, на многих языках мира был издан Коран, более чем на 100 языков мира. И, конечно, его издают для того, чтобы люди знали смысл Корана, могли его толковать. Представленный экземпляр не целая книга, а средняя часть. В ней 60 глав на арабском языке. Читать книгу необходимо слева направо. Само название «Коран» переводится как «чтение вслух и назидание». Она состоит из 6200 аятов, которые были сформированы в суры. Здесь насчитывается 114 сур, то есть глав. Суры, в свою очередь, делятся на мекканские и мединские, то есть которые были написаны до хиджры. Это мекканские суры и мединские, которые были написаны в период, когда уже пророк Мухаммед жил в Медине. Священную книгу можно увидеть в Темиртауском музее в течение месяца. Экспозиция приурочена ко Дню духовного согласия. Светлана Лебедева, Зура Исмурзаева, Сергей Баданин. Новости Темиртау.